Приветствую вас на канале Асмодей Плей. Мы продолжаем играть Чужой против Хищника. Год выпуска, по-моему, 2010. Мы играем сейчас за человека. Вы можете блокировать быструю атаку, затем сбить противника с ног с помощью, получив время для выстрела. Вы можете перейти на бег, убежать. Так. Уносить ноги, да, это хорошая стратегия. Внимание! Андроиды! Деваться некуда, придется уничтожить этих андроидов! Опаньки! Кто, где? Вот так вот. Всех победил. Подожди, не спеши. Успеем мы с тобой залезть. Ружье было. Ну-ка, поднимемся. Подождите, подождите. Похоже, это были последние. Похоже. Чего похоже там? Дайте мне мой автомат. Я только из экономии патронов. Я должна как можно скорее помочь капралу. А что, нельзя что ли так? Блин. На рельсе нельзя спрыгивать. Вот так. Как? Жива?
Вот так. У меня, подожди, там еще от автомата-то оставалось. Рядовых, я должна как можно скорее помочь Капралу. Помогай, раз должна. Подожди. Поистине это чудо. Столько лет мы могли изучать лишь разрозненные жалкие фрагменты. И вот смогли прикоснуться к истокам. Увидеть одну из прародительниц этого великолепного, совершенного вида. Ну нахрен этот вид нужен. О, совершенно. Пойдем. Шлем. Они вот отсюда вылезли откуда-то. Тихо, куда? Эх, за жопу. Пойдем. Заходи, матрешка. Наверх. Куда там? Куда? Тут один вход, выход. Давай, мне очень больно. Да подожди ты, кто там скулит? Один-то он даже восхищался, что в нем эта мразь живет. Похоже, он о себе высокого мнения. Я уж забыл даже, что ты с этим червем внутри-то. Черт, мерзкий тварь. Похоже, они активируются. Давай, надо идти. Наблюдается повышенная активность ксеноморфов. Требуется введение карантина. Ну куда они делаются? Но время-то пройдет, они все равно выйдут оттуда. Нахрен вы их тут держите? Он в вентиляцию ушел. Зафиксируйте ее на столе. Давай, ложись. Рогатку шире. У нас аварийный генератор. Я подключусь к станции Вейланда в пирамиде. Все готово. Только бы никто не заметил утечку. Катя, я так и знал. Деятельность этой станции жизненно важна для военных питаний. Любое вмешательство – это акт саботажа по уставу корпорации. Ну, закрой рот. Давай. Ты неудачный экземпляр, Катя. Производственный брак. Ты знаешь, что ты пытаешься сделать. Я это прекращаю. Тар, не надо! Ты отправила сигнал СОС, вызвав сюда десант. Вопреки интересам компании. Считай это дисциплинарным взысканием. Придумала. Анабиозная ванна. Это последний шанс. Блин, надо этого докторишку-то убить нахрен. В анабиозной ванне мы сможем доставить Капрала туда, где ей окажут помощь.
Это все, что мы можем сделать. Сейчас. Спать. На дробовичок, значит. Так, ладно. Дробовичок. Говори. Рада познакомиться. Пожалуйста, не волнуйтесь. И, пожалуйста, не называйте меня искусственной личностью. Я та, кто я есть. Андроид. Я ведь... Ты еще помри нахрен! Но я на вашей... Умирающий лебедь на мусорной куче. Поскольку ваш крейсер и все десантные катера уничтожены, есть только один способ покинуть эту планету. Вот. Видите прибор в руках Вейланда? Это его коммуникатор с аварийным передатчиком. По сигналу прилетит его личный спасательный катер. Я займусь подготовкой котлета. Отправляйтесь в пирамиду и захватите коммуникатор. Я встречусь с вами там. И вот что. Передайте мистеру Вейланду наилучшие пожелания. Господи, тебя потрепало-то так, не хрило-то, господи, полусгнило. Пока там погасятся. Ой-ой, так он здесь. Так, мне еще всех отбиваться здесь. Обоев. На, добавочная тебе. Где ты? О, аптечек-то, аптечек. Yeah.
Так. Все-таки давай-ка я... Ой-ой-ой. Ага, понятненько. Так. Встань. Вот так. Где ты? На. Так. Что мы имеем? О, граната у меня даже еще есть. Огнемет. Так, а мы хоть туда идем. Он якобы обойти надо было. Природа создает множество форм красоты. А ты, номер 6, ты прекраснее всех. Я сломаю тебя, номер 6. Подчиню тебя нашей цели. Во Вселенной появилась новая сила, и имя ей — Человек. Мать-то. Что за тщеславный парень-то так? Имя тебе, Человек. Слушаем. Многие недели я наблюдал за тем, как ты растешь. День за днем, час за часом. Но даже и теперь ты вызываешь у меня трепет восторга и ужаса. Ты – настоящее сокровище для биотехнолога. Каждая последовательность генов, каждый фермент и белок – это ключ к великой власти и богатству. Ты особенная. Номер 6. Тебе нет равных. Да. Номер 6. Ты меня уже сама заинтересовала, что это все нахваливает. Похоже, ты воображаешь себя спасителем мира. Господи, это специально дело, что... Пешка, пушечное мясо. Чем раньше ты поймешь это, тем лучше. Так. Ладно. Допустим.
Внимание! В центральном зале обнаружены ксеноморфы. Начинаю процедуру блокировки. Я должен овладеть тайнами погребальной камеры. Если мне заключено именно то, что я и думаю, тогда Вейланд Ютани будет управлять ходом прогресса и всеми доходами. Микрокомпьютер — это ключ. Ключ ко многому. Ключ. Интересует. Так, а что надо? Найти лифт, ведущий в закрытую зону. На. Да тихо ты. Блин. Ладно. Давай, давай, давай. Вот так вот. Сойдет тебе. А, было на дробовичок меня. Да, было бы попроще. Так, сейчас бум. Запахло весной. Метелем отбой. Давай. Кто там, полупьяненький конвой, да? Это уже другая песня. Ну тоже, кстати, по-моему, лесоповал. О, бутырка, бутырка. Что-то понять не могу мне куда. Мы знаем, что твои братья и сестры обмениваются химическими посланиями. Знаем, что ты обладаешь рудиментарным зрением широкого спектра, что ты можешь слышать. Но в тебе есть и нечто большее, верно? Коллективный разум Улья, превосходящий все наши неуклюжие попытки обмена информацией. Что таится в глубинах твоего разума? Что мы можем извлечь из него? Опять кто-то там стонет. Так, это потом откроется, я так думаю. Только подожди, перед тем, как туда ломиться вниз, надо сходить. Ой-ой-ой. Его не надо, да? А все закрыто, понятненько. Как это все организовывалось? Ничего. Ничего страшного. Комплекс есть закрытый там. По разу как откроется и заблудишься нахрен. Под лестницей ничего. Так.
Вот так. Вот так. Давай, бахай. Уберись. Ну, вроде нормально. Фапанул, фапанул. Перезарядим. Тихо. Тихо, падла. Все, и нет, убила. Жадность била, погубила. Он лежит на дне изыла, в жизни мало что успел. Жадность хуже, чем холера. Жадность губит флебустиера. Да? Ну давай сюда. Я что, автомат был? Да кто-то все время подвывает. Так, подожди, сейчас второй бахнут. Спасибо, что подали мне лифт. Управление грузовым лифтом. Управление лифтом, на котором вы сможете добраться до Вейланда. Вы. А вы? Давай смотрим. Закрытую зону активирован. Задействованы протоколы безопасности. Соблюдайте осторожность, находясь рядом с артефактом. Похоже, доступ к камере перекрыт. Вам придется искать другой путь к лифту. Минуточку. Судя по чертежам, вы можете пройти по служебным туннелям. Из следующей комнаты можно выбраться наружу. А я закрыл, да? А я не могу обратно сейчас сделать все это, переиначить. Вон там. Не взял. Видно, да? Да, вот так вот.
Пойдем смотреть. Твою мать, блоха. Так и думал. Так что смотрите, вот так вот мы один разговор и не узнаем про чё. Огнемет. Против блохи, кстати, огнемет, я думаю, уверен, что он очень хорошо идет. Контрольная точка. А король возьмешь и принцессу, и точка. А не то тебя раздвоит в тюрьму. Ведь это все уже королевская дочка. Ну а стрелок, ну хоть убей, не возьми. Так. Уду-юду. Уложил и убил. Вот так принцессу с королем опозорил. Бывший лучший, но парни. На, подожди ты. Так вот тебе. Умер. Ладно. Взял. Теперь я вот так вот буду всех хренакать. Да, хренакать не надо. Так, еще должны быть. Вот так вот. Собаки, собачья смерть. Ну как, это даже не собака, была бы такая собака. Чтоб ее стал держать. Тварь-то такую. Дробовичок. Ну смотрите-ка, оружие уже определенного типа за мной уже утвердилось, которое я не меняю. Это уже хорошо. Открывайся, сезам. А теперь, мое творение, дочь моя, ты пройдешь подлинное испытание, проверку возможностей твоего вида. Готова ли ты к этому? Или тебе вовсе неведомы сомнения?
Опа. По аптечкам-то тут вообще, кстати, нормально кормят. Не то, что нахрен в некоторых играх, хрен тебе. А еще и контрольная точка такая, что без восстановления. Дойдешь туда побитый весь. Так, минутку, я здесь был, нет? Мне кажется, я здесь уже был. Да, открывал эти. Так, фильмец. Вот он, больше всех, который, да? Тихо. Да, твою мать, это кто меня так, причем что так хорошо-то? Внимание, в главном отсеке обнаружен неопознанный ксеноморф. Думаете, я его... Внимание, в главном отсеке обнаружен неопознанный ксеноморф. Задействованы дополнительные карантинные протоколы. На. Тихо. Где ты? Ой-ой-ой, ни хрена бы он меня тут погонял-то сейчас бы. Хорошо, что у меня гранаты были. Так. Должен был выйти, он не должен был на меня нападать, я должен был выйти и здесь, блин, начаться с его оружия, что есть. Понятно. Так. Понятненько. Туда я обратно уже не уйду. Стоять. А вот эти-то не были открыты. Так. Блин, он там вот, я не взял это в прошлый раз. Продолжить за десантника. Продолжаем. Мы же еще не убрались. Куда-то мы едем. Мы едем, едем, едем. В натуре три вагона. Понимаешь теперь? Великолепие, величие. Все слова меркнут перед таким зрелищем. Это ценнее, чем любая жизнь, солдат.
Я уже в пирамиде. Не помешать. Подождите, тут надо будет с кем-то воевать. Умирающий миллиардер отправляется в последнюю экспедицию к ледяным пустыням. Экспериментальная технология сохранит его воспоминания. Он знает, шансов почти нет. Однако его убьет вовсе не рак, пожирающий его легкие. Последние мгновения жизни Карла Бишопа Вейланда навеки утрачены для меня. Их невозможно восстановить. Но именно они определили мой путь. Понятно. То ли в лаве стоит, то ли висит, то ли как. Непонятно. Еще эти-то, блин, с копьями. Кто там еще остался? Так. Опаньки. Нормально так. Так, спокойно. Ой-ой-ой. Тихо. Удача или талант? Похоже, ты и тем, и другим наделен с лихвой. Ну что ж, рядовой, ты, очевидно, очень целеустремленный человек. Я очень целеустремленный. По крайней мере, ты заслужил подробное объяснение. Идем. Я хочу, чтобы ты понял, за что погибло столько твоих товарищей. Вот так. Подожди. У меня где-то еще ружье. Все? Ни хрена. Вот так. А то и пулемет это. Без них кто-то нахрен. Объяснит он мне. Ну уж будьте добры, объясните. По мере продвижения нашей работы растет риск, и Вейланд расширяет область применения боевых андроидов. Они прибыли сюда на правах оборудования, а теперь стоят выше многих моих подчиненных,
Может, скоро они и мне станут приказы отдавать? Доведет дело, и подожди, стану. И пролез, понятно. Вы уже побольше, ребятишки. Девчонки и мальчишки. Обваливается все, все что-то горит. Что здесь? Вау, фильмец. Рядовой, рад встрече, наконец-то. Я давно слежу за тобой. Ты опасный противник. Ты борец, как охотники, хозяева этого мира. Как ксеноморфы, их дичь. Как я. А ты-то себя как-то... Просто у меня больше опыта. Причислил нахуй. Хорошо. Не задумывался, кто снабжает ваши войска оружием? Мы с КДВ, старые друзья. По факту я и хозяин. А значит, и твой тоже. Опс. А когда собственность перестает приносить пользу, она устраняется. Уничтожишь. Не получается, да? Уничтожите меня. Прощай, солдат. Подожди. Беги, твою мать. Где-то тут была... О. Блин, блинский. Теперь смотрим, что у меня тут осталось. С гранатами плохо. А ведь они мне всегда помогали. Thank you.
На. Так. Теперь я понял, что надо дробовик брать нахрен, из дробовика вас всех валить. Ой-ой-ой. Зарядка оружия. Сейчас дробовик нужен. Так. Еще кто? А какая задача? Найти Вейда. Ну, задача-то хотя бы понятна. Я знаю, это нелепо и смешно. Но боевые андроиды нервируют меня больше, чем любой ксеноморф. В броне все. Они так похожи на людей, но при этом, по сути, бездушные куклы. Ты-то куда убежал? Вот так. Так.
как меня видишь? Контрольная точка. Ух ты, пулемет опять. Один на две. Не. Я лучше вот так вот. Так, что у нас здесь? Понятненько. Очень неплохо. Четыре гранаты. Блин, ну там еще у него там уровень здоровья какой-то. Ну давай посмотрим сейчас. Так-то он меня быстро, быстро, быстро. Ну давай на дробовиках тогда. Ага. Ты слепо хранишь верность своей стае, сторожевым псам правительства. Ох, это ты. Хрен победимый. Ну ладно, больше четырех гранат все равно вроде бы никак. Комплекте вы мне сейчас и оставите. Хотя он так бегать должен был. Я обладаю знанием и опытом веков, но мне не хватает единственного мгновения, которому я обязан собственной личностью. В это мгновение Карл Бишоп Вейланд впервые увидел их обоих. Двух существ, каждый из которых по-своему совершенно, каждый из которых бесценно по сути своей.
И в этот миг мой предок, предшественник, моя матрица, он увидел мое будущее. Так. Что у нас здесь? Ты что за оно-то? Что, умирать не хочешь? Сдохни, будь человеком. Человек, недоробот какой-то. Бишер. Пирамида начинает разрушаться. Выбирайтесь оттуда. Выбирайтесь. Хорошо тебе сказать. Я не пойму, куда мне. А чё стрелка-то не туда кажет? Успел, смог. Сэр, коммуникатор у нас. Никаких проблем. Да, мы взяли экземпляр живьем. Передаю данные с коммуникатора. Старт. Я так и знал, что они заморозят только для того, чтобы отвезти. Что на землю повезите, идиоты? Эта операция дорого обошлась нам. Надеюсь, мой предшественник верил в нее не напрасно. Боже, он оказался прав. Немыслимое сокровище. Координаты родной планеты ксеноморфов. Идиоты, ничему вас жизнь не учит. Ну? Эпизод завершен. Все, да? Ну что ж. На этом, я как понимаю, все. За человека мы прошли. Будем проходить теперь за чужого. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!